Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы в игре под названием Ронин Последний Самурай. Давненько не было у нас видосов по этой игре. Тут, короче, недавно Максим снял Килобит видос, и я, ты знаешь, вспомнил, что у меня, оказывается, первая глава-то и не пройдена. Мы даже, ну, не приблизились, можно сказать, вроде как, ко второму врагу. Хотя, второй босс, вернее, мы видели, как он выглядит, но игра обновилась, тут всякие штуки появились новые, какие-то ежедневные миссии, смотрю, добавились. В общем, всего-всего много. За входы в игру там что-то надавали, кучу всяких наград, приколюх. Вот, и теперь у нас как бы... Ну, вернее, у меня сейчас вот такие вот вещи на мне надеты. Судя по всему, для прокачки у меня недостаточно всего. Но смотри, у меня сейчас много золота, типа за вход в игру золото надавали. И полагаю, сейчас я могу таланты себе покачать или нет? Ну да. Усиливает атаку. Вот у меня атака есть. Тренировка 9 раз завершено. То есть мне нужно 9 уровень, получается, достигнуть, чтобы еще один талант прокачнуть. Ну, вот, такие дела. Я не заигрываюсь в эту игру, не заигрывался. Просто он мне что-то напомнил о ней, и я решил снять для вас еще один видосик. Третий, вроде, если я не ошибаюсь. Итак, по мере снижения очков здоровья скорость атаки увеличивается вплоть до 30%. Ну пусть скорость атаки пока что будет. Вот, если я тут понастраивал вроде управление. Не помню, как тут блокировать, как тут делать все, но вроде как я... ну, у меня хватает вроде мощи, чтобы пройти первую главу, если я не ошибаюсь. Хотя я в этом не уверен. Но до 19 этапа я доходил. Это факт. Окей. Давайте попробуем, собственно. Блин, с блоками я еще с тех разов не до конца понимаю, что делать, как это все делать. Атакуй. Ты будешь атаковать? Окей. Так, окей. А, ну в принципе я блокирую, вроде бы нормально все получается. У меня появилась какая-то собачка, я не знаю, откуда она, что она дает. Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Повышает концентрацию. Увеличивает дальность рывка. Ну, вот безумный рывок, в принципе, мне пригодится, я думаю. Вот эти два чела, они опасны. Надо их сразу сейчас гасить. Гасить, по-страшному гасить. Окей, и сразу накидываем. Ну, буквально один удар мне хватает, чтобы с ними справиться. Не знаю, как будет с боссом. Там есть боссы, очень опасные, кстати, боссы. Боссы жесткие реально в этой игре. Боссы не молокосос, я вам так скажу. Боссы жесткие. Отлично. Это, судя по всему, я увернулся и сделал очень красиво. Так, воля к жизни увеличивает шанс получения сфер, очков здоровья. Вот это, кстати, интересно. Очки здоровья, сферы, это хорошо. Пусть они выпадают. Так, вот это первый Гандбей, его надо, короче, гасить. Я не знаю, как его, правда, зовут, чела этого. Просто назвал его Гандбей. Пусть это будет Гандбей какой-нибудь. Окей, все, я его завалил. Сейчас этой повозке мне должны приколы всякие накидать. Вроде награды какие-то должны. Да, немножко денег выпало и всех этих моментов. Хорошо, шестой этап. Хочу пройти первую главу на видос, если получится, конечно. Так, окей, я не знаю, в какой момент там надо отпарировать этот момент. Ой, все, кажется, отпарировал. Не знаю, как так получилось. Видимо, надо одновременно нажать с этой яростью. И нужно что-то там нажать. И тогда он за него так резко переходит и убивает его. Плавные движения. Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Так, критический урон возьму. Урон критический мне очень потребуется, чувствую. Окей. Отлично. Ой, хорошо, как выстегнул. Так, пойдем потихонечку к нему. Он сейчас будет атаковать. А мы резко налетаем и за две плюшки его оседлаем, как говорится. Так, смотри, этап уже восьмой. На десятом, я помню, будет босс какой-то. Очень такой лютый. У него очень хорошее оружие. Жесткое, сильное, мощное, сочное. Подходи ко мне, Али-Баба. Так, промазал Али-Бабашка. Так, и улетает отсюда. Отлично. Пятый уровень концентрации, судя по всему. Свиток заземления. Блоки сильных атак снижают получимый урон на 70%. Давай усилим атаку на 15% все-таки. Заземление. Это что-то с компьютером связано. Это типа, чтобы звук не фанил, заземляется человек там. Я сразу это понял. То есть это было мне сразу понятно. Так, окей. Воу-воу-воу. Просандалил, мне больно было. Да успокойся.
Ты больно бьешь, чувак. Блин, как я так два раза пропустил, я не понимаю. Очень больно. Довольно слов. Так, все, генерал Имагава Дасан появился. Так, окей, не знаю, что там с этим досанул ему или нет. Ты можешь отойти от него, пожалуйста? Так, все, отходим, пожалуйста, от него. Почему ты не отходишь? Можно отойти? Он очень опасный, и надо с ним что-то делать. Так. Здесь я могу атаковать? Нет, не могу. Блин, я забыл, что с ним делать. Он какой-то мега лютый. Так, мой персонаж не особо хочет отходить, судя по всему. Или это я неправильно отхожу за него? Так, все, Имагава Дасан упал. У меня есть шанс. Да быстрее ты бей мечом своим. У тебя же атака, скорость атаки, там все дела. Так, Имагава Дасан. Садись-ка на банан. Отлично, есть шанс. Нет, нет, еще нет шансов. Шансов ноль против Дасана. Мастер Сама. Так, тихо. Окей, отходи, пожалуйста, мужчина. Он очень лютый, этот мальчик. Так, отлично, он куда-то там не туда ударил, и я тут... Зато я туда даю. Тихо. Хорошо, отходи. Так, давай-ка, Имагава. Промахнись желательно, нафиг, я тебя прошу. Так, окей, он промазал. Блин, ну... Он блочится, он блочибельный такой, капец. Что мне с ним делать? Почему я пытаюсь отойти, он меня не отходит, я не пойму. Отлично. Так. Так, уклонение. Отходи, пожалуйста. Так, жестко. Блин. Он меня не хочет отходить. У меня, короче, блок и отход. Это на одну и ту же кнопку, походу, да? Поэтому он у меня не отходит. Как я хотел. Так. Отлично. Все, хорошо. Блин, у меня, короче, блоки и ВСД, я на клавиатуре играю, ВСД и блок, это одно и то же. Я, короче, исправил как бы блок на другую кнопку, но у меня не получается. Почему-то блок и хождение это одно и то же, я не знаю почему. Так, ну типа, из-за этого он не может нормально отходить почему-то у меня. Так, подходи. Воу, этот уже больно бьет. Так. Так, а вы там подвое-то не атакуете меня? Это больно уже, пацаны? Так. Все, хорошо, выстегнул обоих пацанов. Так, новый этап, давай. Так, уже трое. Уже трое. Блин, в какой момент его надо атаковать? Вот когда эта красная штука загорается, не могу понять. Он должен как-то за него перекувыркнуться и... Вот сделать вот так, да. Вот сейчас я не понял, как он это сделал. На каком-то рандоме он это вытворяет, если честно. Я так и не могу понять, на каком именно. Так, окей. Хорошо, нормально. Как-то рандомно он переходит за них, за их спины, и это делает. Я не знаю, как. Так. Собака моя будет сегодня атаковать вообще? Кому-то откусит что-нибудь или нет? Мне вот просто интересно. Песик. Тобик. Помогай давай. Мне надо, чтобы ты помог. Окей. Тихо. Что происходит? Так, окей, меня зажали в углу. Да успокойся ты, нифига себе. Блин, не очень удобно, когда блок и это одновременно. Так, снижает длительность оглушения, увеличивает уклонение. Ваши атаки отнимают на 30%. Так, давай уклонение попробуем. Я не знаю, может уклонение как-то мне сфартит. Так, окей. Да почему 88? Я же уклонился, эй. Уклоняться научись наконец, чувак. Так, уклоняется это хорошо. Собака моя почему ничего не делает? Мне вот, вот это интересно очень сильно. Она просто гавкает, она просто говорит, покорми меня, и все, больше она ничего не делает. Какуго. Так, давай какуго ему, короче, как угодно, но убьем его, постараемся. Какуго, он же сказал, какуго меня убей, пожалуйста. Какуго это значит, как угодно, пожалуйста, сделай это.
со мной. Так, окей. Давай, немножко осталось, как у Гетой. Отлично. Уехал. Вроде я брал штуку, которая типа сферы побольше выдает с ХП, но что-то не выдает. Талисман дождя повышает ОЗ на 2%, когда вы побеждаете всех врагов. Усиливает атаку на 10%, когда вы побеждаете всех врагов на поле боя, не получив урона. Давай все-таки со здоровьем. Со здоровьем все-таки надо, да. Этап 16. Так. Вот сейчас хорошо, кстати, я влетел в пацанов. Отлично, прям двоих-троих. Ой, хорошо, прям здесь выстегнул парней. Интересно, хватит ли меня? Увеличивает крит урон, увеличивает максимальный уровень на 2 и получаемый опыт на 60. Пусть будет вот получаемый опыт, это, наверное, неплохо. Так, давай сначала тебя. Так, он все равно меня как-то умудрился загасить, только что я не понимаю как. Ах ты, козел. Так, подожди, вот этого чела убить, а теперь надо вот этого как-то, вот этого с мушкетом. Ты подходить будешь к нему? Как он медленно подходит. Да успокойся так стрелять, ты не успел, ты даже не успел перезарядиться, в смысле? Почему ты стреляешь так? Ты же не перезаряжался даже. Так, окей, 18 этап. Блин, мне кажется, я могу так не пройти. Когда надо атаковать? Когда эта красная загорается, что я должен делать, я не пойму. Еще тогда мне об этом говорили, но я что-то так и не понял. Если честно, как это работает? Окей. Подходи ко мне. Так, окей. Да падай ты уже, а! Блин, как сложно. В некоторых моментах прям сложно, люто. Так, опять три. Блин, опять их трое. Я могу так проиграть, слушай, эй. Тихо. Так, смотри, отхил сработал. Шикардос. Уклонение. Так. Ты можешь налететь и его убить? Уклонение, хорош. Так, смотри, здоровье немного подполнилось. А, плавные движения. Так, восстановляет 60% ХП. Пусть это будет. Пусть это будет. 60% ХП это надо. Встречайте первое копье Японии. Так, вот с этим нехуительным я тогда и сражался. Он так и сказал, я нехуителен. Так, окей. Подожди, ты можешь отойти? Эй, отойди. Набумаса. Ебамаса. Я вспомнил, да-да-да-да-да. Все, я вспомнил его. Капитан Ебамаса, так. Так, смотри, у меня есть суператака. А смотри, он ко мне не подходит, он боится, короче. Он прям боится. Окей. А ты, может, ты атаковать будешь, а? Очень слабо я атакую. А ты отходить можешь, нет? Окей, 800 это мало, капец, 600 это тоже мало. Окей. Что-то ты какие-то маленькие атаки наносишь, я тебе скажу. Банкай включился, подожди, это сложно, это больно будет. Ох, уклонение. Так, он сейчас упадет уже скоро, подожди, он уже скоро упадет. Ему немножко до упасть осталось. Отлично. 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 Так, тихо. Еще немного. Давай. Один ХП. Но я тут умираю по-любому. Он у меня, короче, не ходит. Он у меня, короче, не ходит как надо, понимаешь? Я пытаюсь ходить, а он не ходит. Окей. Так. Отлично. Эх, убил напоследочек, тварь. Окей, поехали.
Ну все, я его по-любому пройду. Короче, у меня вот это вот хождение и блок на одну кнопку, и от этого неудобно. Я пытаюсь уйти, а он ставит у меня блок. Как глупо. Исполненный ненависти дух павшего воина можно получить за первую победу над могучим врагом. Используется для улучшения мастерства. Дух мести сайта Набумаса, первое копье Японии. Короче, когда он побеждает, он еще говорит, это моя 101-я победа, но на самом деле это была его 100, ну почти была 103-я, если честно, я помню, что он меня 102 раза тогда убил. Был такой момент, что он меня 102 раза просто оприходовал. Суровая метель, открылся акт, новый акт. В отли расщелину, расщелина хаоса, земля шипов, испытания какие-то открылись, елки-палки, чего тут только нету. И 8 анигириков этих требуется. Короче, тут, судя по всему, все очень жестко будет, да? Земля шипов, а это земля вспышек света. В общем, здесь что-то жесткое еще будет происходить. В любом случае, но мы это прошли. И это хорошо. Я так понял, это мы таланты можем какие-то усилить или что-то такое. Я смотрю, игра конкретно поменялась. Она прям конкретно изменилась. Так, давай усилим. Что мы можем тут усилить? Увеличивает эффект снаряжения на 1%. Еще можем, да? В начале боя заполняет шкалу навыка на 5%. Ну, допустим. И еще один последний раз мы можем сделать. Это повышает концентрацию на 440. Ну, прикольно. Появилось мастерство. Смотри, тайдзюцу. Клыки усиливает атаку. Это мы можем выбирать, я так понял, все таланты, да? Повышает УЗ на 250. Усиливает атаку или все-таки... Так. А, смотри, поглотить минус 2, а тут поглотить минус 1. Это как это работает? Это типа 2 надо единицы чего-то потратить? Короче, пока не знаю, что это такое. Давайте на этом закончим. Вот такой вот ебомата получился сегодня. Мы прошли первую главу. Что-то конкретно об этой игре я забыл. И вот напомнился, напомнилось мне о ней. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Дорога к мести у меня вот тут открыта какая-то. Все, пока.